знаю, что она отсюда. Ты мог заняться вот этим, нехуй людям. Они стоят. Чё, жизнь обидела, что ли? Или чё? Я понял тебя, что тебя жизнь обидела. Вот что-то предприятие поступок. Как только колесо поступает. Ты сам, блядь, стоишь на дороге, тебя сбивают. А ты потом, сука, жибаешь, подкатываешь. Я со знакомым машином поговорю, блядь. Если бы еще раз будет здесь дверь стоять, говорит, ты пиздец будет. Понял? Со знакомым поговорю. Нет, потом узнаешь, блядь, что. Я уже тебя знаю давно. Я со знакомым, с администратором поговорю. Я тоже на кадрах, не переживай.